Дорога на Филипповку. А это те самые поля. 35 лет. Второе Филипповское озеро. Следы мышей на снегу. О, это да. Целый тракт. Куда туда уходит? Стартовая площадка. Ворона взлетала. Здесь, видимо, приземлилась. След зайца. Однако, дальше дороги нет. Ну, попробуем пройти, куда деваться. Интересно, чьи это следы? Старые. Наверное, все-таки заяц. На волчару не похоже. Уж больно мощные. Ух, далеко уходят. Вот и оно на горе в двух шагах. Последние метры. Чистое поле. Сзади только наши следы. Чуть не будем, там солнце. Да. Ну что ж, приступаем к чаепитию. Как говорится, без слов. Какое небо голубое. Обалдеть. Ну что, 12 километров. Из них 500 метров по целине. Даже лыжников не видно здесь. Популярное стало место. Для спортсменов. Что ж. Погребли обратно. Гляди-ка, да, пришлось пролезть даже 10 метров по снегу, чтобы такое запечатлеть. Это ведь не что иное, как следы лося. Да.
А когда туда шел, я их не видел. Да и вообще они свежие. Нормально. Да. Ну да чего, приятная дорога обратно. Тихо, уютно. И тепло. Не ниже минус 10. На Филипповке всегда теплее. Да, вот и первое озеро просвечивает. Вперед. В Пятерочку. Молока надо купить, картошки. И вообще что-нибудь пожрать. Все тот же пар над озером. Надо же. Как здесь весна-то чувствуется. Идолы. Приплыли.